Вот, полюбуйся. Даже ванну вынесли. Они обманули меня. Хорошо, что кафель не отодрали. А ванну зачем унесли? Коней купать? Ладно, давай прикинем, сколько все это может стоить. Я тебе постепенно заплачу. Фак твою мать! Хозяин. А? А где все двери? А? Нету. Ни дверей, ни ванны, ни унитаза. При тебе? Я в другом месте жил. Ну не суки, а? Суки. Ты извини, я же не думал. А что тут думать, у них вся семейка такая. Папаша, сволочь, вот с этого и начинал. 4 раза сидел крыса. Но это даже хорошо. Теперь развод и гудбай, родная. А ты о ком говоришь-то? О жене о ком? Ну ничего. Главное, чтобы здесь было. Тогда и здесь будет. А блюстителя ты вызвал напрасно. Ты ничего не видел, ничего не слышал. You understand me? Муниципальная милиция с потерпевших не берет.